На этой территории должна быть создана американская военная база. Эстонский скульптор Мати Кармен превращает наследие прошедших войн в искусство. На берегу Финского залива он нашел сотни морских мин времен Второй мировой и Холодной войны. Художник делает из них необычные предметы. К примеру, вот эта мина скоро станет камином. Нормальный камин должен получиться. Боеприпасы, попавшие в руки художнику, уже не отправят корабли на дно. Стиль милитари, в котором работает Мати, это не дань моде, а попытка созидания с использованием того, что изначально было сделано для разрушения и убийства. Они по форме как эллипс. Из них можно сделать все, что хочешь. При желании, из них можно сделать даже гоночный болид. Из выпусков новостей Кармен узнал, что рядом с его страной скоро появятся компоненты противоракетной обороны. По словам художника, ракеты тоже могут стать красивыми скульптурами, которые будут не огорчать, а радовать людей. Усилия, которые потрачены на производство этих вооружений, было бы лучше направить на художественное творчество. Участники эксперимента по выживанию в условиях ядерного катаклизма добрались до цели – заброшенного военного бункера. Теперь им можно передохнуть и согреться у костра. Инструктор знает, что подобные тренировки полезны в любом случае. Они помогают закрепить навыки и подготовить людей ко многим неожиданностям в повседневной жизни. Людей, которые интересуются проблемами выживания, проблемами адаптации, да, в экстремальных ситуациях, становится все больше и больше. И это очень хорошо. Потому что в любом случае, даже если ничего не случится, психологически человека это настраивает уже на определенный лад. Те, кто прошел школу выживания, хорошо знают, что территория, на которой они проводили учения, надежно защищена. Все космическое пространство над европейской частью России контролируют офицеры радиолокационной станции, на которой служит майор Вадим Кощук. От центра контроля космического пространства получены целеуказания по проводке искусственного спутника Земли. Вся оперативная информация стекается в центр контроля космического пространства. Обнаружена первая цель. Классификация ИСЗ. Дальность 1450, азимут 333. Здесь не скрывают, что российские радары сканируют всю территорию Европы до мельчайших деталей. Уникальный радиолокатор способен отслеживать пуски ракет даже с подводных лодок в акватории Баренцева, Белого и Охотского морей, а также в районе Северного полюса. В связи с тем, что проевропейское расширяется, значит, у нас система тоже расширяется для того, чтобы были адекватные меры. Открываются дополнительно станции, которые служат ответными шагами на действия тех же стран НАТО. Мы никоим образом не станем ограничивать или изменять наши планы по размещению элементов ПРО в Европе. Россия не закрывает дверь. Она продолжит диалог США и НАТО по ПРО и готова к практическому сотрудничеству в этой сфере.